А, я понял, не вопрос. Я отойду, можно? Да фиг ты угадала. Я в домике. Ага, слышь, это страшно. Ага, ладно, я пошутил. Готово. Ты, шавка. Ой, их вас две. Эй, вы шавки. Дай. А я убил, Кастрик, о, молодцы. Оу. Доброго времени суток. Так, мы двигаемся на пост долго. У нас есть ПДА Любера, но ему надо отдать. Нет. Сейчас у нас начнется экшончик. Небольшой, там куча собак. Ага. Мы не заряженные, да? Молодец. Проверять надо перед выходом. Так, ну. Стоять. А, я понял. Не вопрос. Я отойду? Можно? Да фиг ты угадала. Я в домике. Ага, слышь? Это страшно. Ага, ладно. Я пошутил. Готово. Экшунчик. Ладно. О. Пост. Так, второго срежу меня. Нет. Собачки ушли. Опять глюк. Ого, то восстановилось. А ничего, еще позвали? Я думал, я с песика буду с ней перестреливаться, а? Сейчас. Не угадал я. Ну такой. Экшон, конечно, был небольшой. Еще неизвестно, сколько сейчас их приземлится здесь. Прям на голову. О, белобрысые. Спасибо. Не, и так тут. Да ладно, ну хватит. Ну все уже, спугало, блин. Нет там никакой. Бля. Да это просто звездануться. Офигеть, блин. Офигеть. Все свистится впереди, блин. Ну нафиг. Блять. Все в аномалиях. Где ты сисишь? Вы что тут бегаете, бля? Кого вы тут боитесь? Собака, ну убейте собаку. Yes. Колбаса. 193. Там галимая у тебя колбаса. Бля, да что ж такое-то, а? Все? Кабаны еще. Говорите, все. Нет, не все. Птички. Поговорить не получится, извини. Фига. Не получится. Получится. Кто-то не пробовал просто. Когда можно поговорить? Это шок. Шок, помочили. Вот. Пойдем. Кастрик, разорвите, пацаны. Пички ж есть. Ну, блин, ну костер. Должане, чего вы боитесь-то? Они все уже убежали, они все вас боятся. Сами. Спички. У всех спички есть. Алло. Я что, надо убить, чтобы вы прошли Кастрик распалили? Алло. Она сейчас там сама умрет. А, я понял. Пугалась, убежала. Вы ее боитесь, да? Ну, а сам запрыгнуть можешь? Молодец. Отпусти. Ты убили уже, что ли? Не, еще бегает. Ушла. Да, хорош, кабанат. А, там их две. Офигеть. Парни, Кастрик, разожжите, я здесь стою. Я на стреме. Да блин, вы задрали. Ух, экшончик, бля. Мне сохраниться надо, парни. Та ёп.
Капец, пока зону не сделаем. Да вообще ничего не сделать, это если так будет, блин. Пойду сам убью. Сык, одна. 30 есть. Э, ты, шавка. Ой, их вас две. Эй, вы шавки. Давай. Но я убил, Кастик, о, молодцы. Оу, нифига себе. Да у меня хвостов уже, ёпарасоте. Нифига себе я насобирал-то. Вы шавок, что ли, боялись? Красавчики. Молодцы. Эх, эх. Размяться бы. Так, сохраняемся. А ты, братан, ты куда пошел? А? Кореш? Э, алло. Король. Да ты чё, блин? Куда ты челишь? Я там всё забрал. Король. Я, блин, а пойти убить их? Нет, слабо. Как за хвостиком, так ты чалишь, блин. Слушай, может, там артефакт лежит, нет? Ну, ничего. Забирай. Всё, молодец. Может, ещё один срежешь? Нет, ничего, нет. Куда побежал? А, чудо. Просто офигеть. Любер, нашел я твой ПДА. Вот он. Отлично, теперь можно начинать собирать отряд. Информация не проверена. Сам смотри. То есть, не повреждена? Ну, сам смотри. Так, вроде все нормально. Ага, координаты есть. Думаю, что ты тоже вправе знать об этом. В туманной чаще наемники сбросили несколько ящиков. Вроде хотели там перевалочный склад сделать, или заказ от кого-то был, точно неизвестно. Но там странные дела творятся, вот их нервы и не выдержали, смотались в спешке. По нашим данным, вот тут, недалеко от старого карьера, это место. Будешь там, можешь пользоваться, если, конечно, еще что-то там есть. Туманная чаща. Когда я туда еще попаду? Я туда попал случайно, как-то раз. Когда после выброса не смог выйти, это самое, и меня телепортнуло туда. Так. Что-то ты неважно выглядишь, Макс. Не здоровится? В некотором смысле. Слышал, ты взялся полечить нашего старика, прапора. Окажи и мне услугу. Ты бы не сидел у костра деньской, а поднял задницу и сам настрелял собачек с кабанчиками. Или чьи там хвостами... Чему жвалами вы пользуетесь друг другу, собираетесь? Кстати, а к какому месту вы их прикладывать будете? Да, очень смешно. Ты не так понял. Мне не мансиатина нужна. Мы к народной медицине больше расположены. Есть такой лекарь на болотах. Барян. Всякие травки лечебные собирает. Настойки там. Отравы делает. О, отвары делает. Отравы. Не мог бы ты взять у него 3 пакета с травками? Те, что от расстройства. От здешней жрачки частенько проносит. Так когда-нибудь голым задом под кустом и найдут. Сам отлучиться не могу. Приказа ждем. Скоро в рейд. Слушай, братан, мне как-то это задание сейчас не с руки. Ну, я не в ту сторону. Блин, ну мне неудобно. Любер, это как-то не совсем. Не, давайте пока не будем. А чё ты мне вообще дал? Ты мне что-нибудь дал? Я тебе, блин... А, то есть ты мне дал только наводку на этот самый? Круто. Вообще обалдеть. Вообще обалдеть. У меня... Блядь, куча ножей. Куда их деть? Чё-то переменчивое, переменчивое. Ничего там переменчивое. Погода как погода. Видите, ну ладно, давай сюда свой хлеб, блин. А ты чё? Да никто не почувствует. Валите, валить давай, вали. Ну так стал бы размялся. Нет, огнемет я пока не хочу попросить, по-моему, слизняк. Нет. Да иди. Что-то ранение. Не, выходим, парни. Выходим. Надо дука попросить. Блядь. С чего? Блядь. Блин, нахрен. Блин. Все. Что за чудо? Этот хрен там ходит сюда. И вы дергаетесь. Ладно. Давайте сохранимся, да пойдем от них. Они дерганые тут все какие-то. Шли. Так, а мне надо к Борову. Оно, конечно, здесь бы хорошо перейти. Там же нас никто уже не встречает. Я надеюсь. Давайте, может, здесь попробуем. Да что за хрень? Нафиг меня пугать вот это, блин.
Идите, не хочу с тобой меняться ничем. Вы неправильные. Далеко идти туда. О, кабаны. Так, ну, наверное, одеть артефактик. Артефакт, конечно, такой не сильно. Кабан там. Так, чухаем. Больня. Капец. Тут фонит. Жутко. Жутко. Я устал. Могу постоять? Да, вроде не поднимается уровень. Никого нет, да? Хорошо. Все, что ли? Эй, что-то поднялось. А ну, что там у нас? Он падает, нормально. Можно арт снимать. Тихо, 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 тихо. Все нормально. Где там? Нету ничего. Артефакты там. Золото, бриллианты. Ничего? Ладно, пошли, переходим тогда. Так, темная долина. Зашли мы, да? Что у нас там? Воспоминания. Что-то мелькнуло в голове. Помнилось или так показалось, надо бы записать. А то вдруг опять забудется. Почитаем. Почитаем. Потом почитаем. Что тут так? Чё-то. Мельтешит. Ага, кисель. Какого? Тут надо выложиться, потому что мы тяжелые. Оба-на. Девка. Ух ты. Проезжаешь ты. 8 патронов, ё-моё. Косой, Руслан. Ничего нет. Ладно, надо. Да, тихо. Так. Это банки. Надо, наверное, выложить все. Пояс отдай. Хотя, ладно, он не тяжелый. Так. Да ну ладно. Блин. А, спичек нет. Отлично. Прям супер. Был у торговца, не взял спички. Руслан, молодец. Молодец. Ну все, начался хардкор. Так, зайдем в подвальчик. Должна быть информация какая-то нам. Че такое? Лопни мои глазоньки. И кто это к нам пожаловал? Не нуди. Я пожаловал. Стой, сталкер! Не дергайся! Базар есть! Что это еще за базар тут? Я с Боровым уже все решил. Боров, конечно, в авторитете, но он далеко, а мы близко. Так что не рыпайся. Посмотрим, что там у тебя есть. Сам должен понимать. Не мы такие, жизнь такая. Ну-ну, посмотри. Пацаны, да тут голяк. Мля, давай тогда бабла. Трохи оставим, не боись. Мы добрые сегодня. Смотри, допрыгайтесь, забирайте. 2600, ну ладно. Это ты молоток, гуляй, покеда. Погуляюсь, покеда. Ладно, разберемся.
Ничего. Так, зайдем в подвальчик. Ясно. Так, тут же не пролезть. Хотя, если пару, а еще лучше четырех мужиков попросить, подсобить. Вроде раскидать можно. Так. Стоять. Хорошо. Я не рано сюда пришел, да? Ладно, посмотрим. Опа! Так, нарисовался. Не лопай. Сейчас сохранимся. У них касты как раз есть, да, пацаны? Отлично. Чуть дергайся, дерганый. Так. Благодетель, еще хочешь поделиться? Да, хочу. Отсыпать каждому по самое. Не шуми, инвалид. Сам же видишь, сидим тут без мазы, Боров, скотина, не дает разжиться особо, да и не ухмыляйся. Живой же, а хабара и не так уж и много потерял. У Рашпиля тоже совесть есть, и в натуре, может тебе еще и обломится куча хабара, будешь бабла иметь, бухла и всего остального в волю. Так уж и в волю, что за дело-то? Ну вот, деловой базар, короче, типа вот что, есть наколка на один схрон. С жирным хабаром, на свалке он. Если сговоримся, все тебе достанется. А от меня взамен ты хочешь? Хочу, чтобы ты мне волыну одну добыл. Без кидалова, чтобы мне сявкой стать. Что за пушка? Слышал про МП-133. Очень крутая пуха. В зоне просто так не найти. Говорят, в баре бармен ихними такими барыжит. У меня была одна, но как-то по пьяну в аномалии уронил. Вот и тю-тю. Как сможешь нарыть такую? Только чтоб не коцанное фуфло какое было, а навьё. Ну чё, давай краба. Я подумаю, может, и достану тебе ствол этот. Хорошо, я подумаю. Так, давайте сохранимся. Этот водяру получит, блин. Погнали. Так, сейчас смотаемся по делу Крысюка. Там надо забрать какие-то артефакты, снычки. Потом к Борову. Блин, и все это без спичек. Ну, не сильно хорошо. А, стой. Это мне надо. Что ж такое? Одни кисели, блин. Йоки. Кись. Угу. Собираемся в кучу. Белобрысая, ты тоже. Собрались, а? Упс. Еще живые, блин? Не все. Хорошо. Иди сюда, шапка. Так. Угу.
ладно. Еще. Пила. А ты? Пустая. Шок. Бля, буду ландыши. Бивом, Русланчик, бивом. Стоять. Потом бивом. Теперь бивом. Добегу. Так, ну здесь, думаю, достаточно. Или спуститься ниже. О, а ты куда? Я с тобой, можно? Куда вы бежите? Алло. Не-не-не, братан. Не, здесь хорошо. Нафига наверх-то? Так, давайте, наверное, выбор закончится. Я запущу запись. Остановлю, чтобы не было. Или ладно, пусть идет. Ай, тут больно. Куда ты меня привел? Лень. Жжется, блин. Ё-моё. Офигеть. Хрена себе. Так, давайте почитаем. У нас там было что-то, да? Воспоминания о школе. Блин, не успел. Ну ладно, выбор закончился. Ладно, потом почитаем. Блин, капец. Пока думал. Пойдем, блин. Так как спичек нет, пойдем к пацанам сохранимся. Выброс был, надо сохранить место выпадения артефактов. Если что. Парни, вы здесь? Лопни мои глазки. А идите к ним. Никого. Че-то реально братва тормозит. Да не тормозит, сюда нормально. Что, попухли вообще все? Да не говори. Пухлые стали, капец. Так, ну, продолжаем. А, кстати, теперь уже у нас появилась еще одна. О, как ты там выжил, блин? Не сдох. Смотрим артефакты. Был выброс, и у нас должны появиться артефакты. Идем теперь побольше круг возьмем. Артефакты. Интересненько. Интересненько. Ты что там макаешь? Еще во время выброса не сдохла, что ли? Ладно. Я его всех срезал, не? Там были, осмотрел их всех, не? Чего? Чего? О, ничего. Наверное, всех, да? Ой, это не смотрел. Идешь сюда? Посмотри, у тебя есть хвост или нет? Аля, где? Да ну не говори ты. Я. Ух ты, ё. Тихо-тихо. На этот можно не ложить, в принципе. Хорошо. Сколько я получил? 500, нихера себе. За пару секунд. Собака смылась, да? Что тут свистит-то так? Интересненько.
Это же должны быть артефакты, правильно? Зайдем, глянем здесь. И шмоут везде спавнится, правильно? О, что, сдохло все-таки, да? Бывает. Ага. Так, секундочку. Я проверим нож. Какой у нас там нож? Этот. О, так он уже тоже галимый. Поставим хороший. Оп. Оп. Хорошо. Что тут? Понять как-то. Не слабо. Ящик. Куда зайти? Можно? Можно. Они здесь. Это отсюда, да? Понял. Так, ну пойдем к Борову. Это только стороной пройтись, там уже артефакт будет. Ну, запыхался. Ящички есть, нет? Хрена нет. А крысе пофиг. Ничего не видно. Ну, ладно. Да, ты ничего не подбирал? Стой. А где ты ее взял? Слышь ты, алло. Вот. Ну, ё-моё. 11 тысяч. Ты больной за первого уровня. Да, пипец. Блять, что мне так не везет? Ну вот тут он увидел и пошел, блядь, забрал. Ну что за. А ты что тут стоишь? Это тоже есть коль. Нет, он нифига. Я расстроен. У них, блин, а им настроен на всю, они пылесосят все, блин. Как тебя зовут? Дай посмотрю. Хвост. Федька Хвост, блин. Крыса ты, а не Федька. Вот такая вот, блин. Хрена не видно, блин. Парни спят. На отдыхе все такие. Хреновые расклады. Да, расклады. Так и расклады. Будем в минусах сидеть. Только спички есть, есть, пацаны? Хотя, что там, а хотя шо, какие спички? У меня денег нет, у меня 200. Блядь, сука. Даже? Все надо на месте было. О, капец. Так, а что у тебя есть? А где вы, блядь, ты... Вы чё? Бля, пипец. Привет. Хочу с тобой играть. Капец, ну, блин, ну что за... Я видел уже. Ты чё? Я батон. 52, блин. Пойдите нафиг. Я в шоке.
У тебя тоже есть? Покажешь. Да и у этого... Блять. Капля. Идите. Жила. Что за дела, блин? Почему отключается с поста? Уйди. Капец. Это ты, Дима, у тебя меченый. Чем там... Чё там с нашим делом? Или ты так просто на Папу Борова полюбоваться зарулил? Так. Давай. Слушай, Боров, я по поводу твоего задания. И что там с заданием? Так. Нашел я твоего жмура. Чуть кони в аномалии не двинул. Так. Ты цену-то не набивай. Не на базаре. Он или не он. Гармошка была при нем. Он, вот гармошка с трупа взял. Па-па-па-па-па. Простой. МП-5, да, ну ладно. Так, фуф, черт, слава яйцам. Спасибо, успокоил ты меня. Раздал я все самоделки, за которые базар был, братве. Извини, извиняй. Вот, держи взамен машинку получше. Плюс за спокойствие маленький презент патронами. Пулемет, пистолет-пулемет, МП-клеркох, МП-5. И 200 штук патронов. Ладно, по-свойски. Так. Так. Тихо, не надо вот этого, блин. Боров, посмотрела вход под земку. Думаю, можно разобрать этот завал, думаешь? Ну-ну, иди и разбирай, мне-то какое дело. Если собрать с десяток мужиков, то можно за полдня раскидать. Выдели своих орлов на это дело. Завал разбирать? Мои орлы что, таджики? Я все понимаю, постараюсь компенсировать по мере сил. Компенсировать, говоришь. А что я братве скажу, что они на какого-то фраера горбатятся, и как на меня после этого смотреть будут? Я с тобой дела веду, так как это наших понятий не нарушает. Но пахать на дядю братва не будет. Не по масти нам. Поэтому разгребай сам или ищи кого-нибудь другого. Тут много разного народу шляется, понял? Я-то понял. Только на фабрике твои люди обосновались. Если я найду кого... Как быть? Мои, да? Уже не мои. Эти ребятки возомнили, что могут жить без Папы Борова. Свободы захотели. Свою кодлу собирают. Из отморозков разных. Так что, если с ними что-то там случится, то я особо возмущаться не буду. Сам бы придавил. Да нельзя. Вот и весь тебе рассказ. Усёк? Усёк. Так, дядя Боров, у тебя еще работы нет. Но торговать ты не хочешь. Сволочь, отдай-ка... А, у тебя нету. Замануха. Ну, дай выйду. Ты иди. Тут... Где ничего нету, да? Ну ладно. Оп. Шила. Так. Понятно. Вот лайно, блин. Ну и куда вот мне... Черт. Залезь посмотреть, может выше что есть? Что видно? Так, надо типок снять. ВТР. Круто. Черт, ты там не видишь ничего, не? Блин, я нифига не вижу. Так, ну ладно, с Боровым мы порешали. В принципе, мы можем забрать и мои артефакты, да? А, я тогда перепутаю капсулы. Не хочу. Блин. Теперь залезь, пожалуйста. Ну-ну! Лё! Слазь уже. Дырка, что ли, узкая? Бля, заблудился. Тебя, что ли? Колбаса. Мужик, отдай колбасу.
Ну, бля, у меня денег нет. А ну. Заперто. И чё? А чё это заперто? Дядя Бора в жлоб. Ладно. Сейчас с той стороны пойдем к ворону. Забежим к пацанам. Надо что-то схавать. Может вызывать чувство голода. Не хочу я. И так голодаю здесь. Капец. Туда ближе даже подходить не хочу, там фонит постоянно. И ужасно. Ё-моё. Сидор когда-нибудь... Да вернулся Сидор, бля. Я у него уже был, что ты это самое, сижишь. Сидор уже на месте. Я с ним уже разговаривал. Я даже у него душу вывалил. Да ладно, начинаешь ты сказки рассказывать. О, артефакт. Здорово. Парни, спасибо за костер. Чё? Охренеть. Выверт зеленый. Обалдеть. Пятого дана. Обалдеть. Русланчик, иди сохраняйся. Прорвемся. Не прорвемся, прорвемся. Сколько неба копчу. Прорвемся. И я, и друганы мои. Прорвемся. Не учатся ничему некоторые, учиться не хотят. Чего там анекдоты рассказываете? На американского насмотрелись или крышу срывает от жадности. Патроны. У меня нет упырь, блин. Он тебе про хабар. Ё-моё. Ни о чем думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. Серый. Сейчас бы выпить. Не по себе мне что-то. Пес. У тебя патроны, да? Ё-моё. У меня денег нету. Я бы купил. Так, хорошо. Как мне все это надоело? Один артефакт есть. Оп. Только не надо... Кисель вляпываться. А что у нас здесь? Да тут фонит. Это... Даже очень фонит. Чё, один артефакт, да? Ну, блин, ну этих тоже три. Они, наверное, собирали это. Выбросы они собирают. Блин, ну так нечестно. То есть, меня-то нет. Ой-ой-ой. Ну, локация, они собирают. Чё это за дела? Как у них, блин, три артефакта на руках? Да пипец. Сдануться. Нету ничего. Собаки. Собаки. Так, собираем все. О, тут... А, это моя, это шапка, которая хотела меня укусить. Надо похавать. Батон. Да и съем, блядь, шумя. Блин, где там выход? Сейчас опять выйдешь, там толпа будет собак. Может сюда выходить? Лучше, блин. Ух ты. МП-5. Давайте посмотрим на него. Ух, пушка. Ух, красота. Да
Ящик одиночный, да? Тут он. Ну, как-то так. Прицел, конечно, хуже, чем у пистолета, ну ладно. Вот открытый прицел мне больше нравится. Вот это вот, блин, через дырочку. Нифига ж не видно. Ладно. Так, а в принципе... Не, вернемся сюда и пойдем этой стороной. Нам в бар. Не хочу, там опять выйдешь, там опять собаки. Ты того? Представилась? А тебя пощупать можно? Огневик. Ну? Ага. Там электро, да? Чего нет? Ладно, не сильно хотелось. Ой, не вижу, что ты там разбушевался. Да иди ты в пень, блин. Задрал. Догоняй. Мать, я забыл. Ну давай, давай, давай. Пошла. Подустал. На, на, на. Занеси. Что у тебя есть, что? Нет. Возникает вопрос, а люди ли там работают? Или может, что-то люди, не люди, непонятно. Я тут с телефоном общался. Вид сам лабораторию не видел. Но как-то словил он странные переговоры по рации МНТ. До них о какой-то лаборатории речь шла. А один чувак ему клялся, что видел какую-то полупрозрачную фигуру в скафандре типа сталкеровского, но более навороченного. И эта фигура ему сказала, чтобы валил отсюда прочь. Мол, не мешай, мы тут работаем. Ну, парень перестал, понятное дело. Он такого глаза раньше не видел. Правда, на кордоне бензин закончился, да вы офигели? Так что вряд ли правда, конечно. Но я вот думаю, что если в момент, когда... Я штука, блин, туда ему принес бензин. Блин, я что забыл сделать? Люди. Бензина набрать. Ладно. Подожди, давай сохранимся. Так, ребятки, давайте, наверное, закончим видос, потому что длинненький уже получается. А в следующей серии мы тогда поговорим с Вороном. Пойдем бензинчика наберем, а и отправимся в бар. У нас там по заданиям есть дела. Все. Кто впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. До следующего видоса. До скорой встречи. Слышали? Глубоко в зоне спать нельзя.